Искусство в рекламе, самое главное искусство, это умение привлечь внимание потенциальных покупателей. Что это может привлечь внимание? Дрыгающийся повар, весь обвешанный блестяшками рынок, вывеска какого-то торгового центра Москва посреди Новосибирска. Нифига. Больше всего внимания привлекает какая-нибудь авария. Например, машина, въехавшая по ступенькам вниз. Краем глаза, даже заметив это, обращаешь внимание, а потом понимаешь, что это тоже, блин, реклама. Ну молодцы. Просто молодцы, сумели же сделать. Есть это настоящая машина или нет? Сделай селфи, получи скидку. Колеса настоящие. Реально настоящие колеса. Просто охренитель. Молодцы, ребята, постарались как следует. Ну, сейчас подвески все убрали лишнее, чтобы не было тяжелым. Но работа проделана просто охренительная.